В Ленинском районе Самары Дед Мороз и Снегурочка торжественно открыли новую площадку на Вилоновской 90, сообщает в телеграм-канале. Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко поблагодарила активных жильцов дома за участие в реализации губернаторского проекта содействия и отметила, что радость в глазах детей – лучшая награда за совместный труд. Столетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Михаил Иосифович Русин. С днем рождения его поздравили в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В ряды Советской армии Михаил Русин был призван на 7-й день войны. Сначала охранял границу с Японией, а после военной подготовки в составе 309-й стрелковой дивизии был направлен на фронт в Воронежскую область и назначен командиром отделения во взводе. Принимал участие в Орловско-Курской битве, в тяжелых боях в освобождении Витебска, Минска, затем в боях за Восточную Пруссию и Литву, во время которых получил 2 осколочных ранения. После окончания войны Михаил Иосифович продолжил службу в вооруженных силах и уволился в 1968 году в звании подполковника. В Самаре продолжается продажа хвойных деревьев, напоминает в телеграм-канале Куйбышевского района. Официальные торговые точки оформлены в одном стиле. Огорожены, над входом можно увидеть яркую вывеску. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки – признак того, что это официальная елочная ярмарка. В этом году будут работать 152 точки продажи зеленых красавиц с 16 по 31 декабря с 8 до 22 часов, а 31 декабря с 8 до 12.